Как, делишки-репчишки, с вами снова Дареса. И, ребят, сегодня мы с вами посмотрим реакцию на песню, на новую песню Моргенштерна «Пабло». Это слив трека, ребят. Кому понравится это видео, ребят, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. И еще, ребят, хочу сказать, что 3 дня уже видеороликов на канале нет. Вы спросите, почему? Почему? Вот почему. Потому что, ребят, я в больнице у зубного, и мне... Почему я не снял вчера видео? Я ездил в зубного когда? Вчера? Да, вчера. Почему вчера я не снял? Потому что вчера у меня еще наркоз не отошел нормально от Кубы. Я бы просто вот как пьяный сидел бы с вами и говорил бы. И еще хотел предупредить то, что следующий видеоролик на канале выйдет аж во вторник, ребят. Потому что тоже завтра... Ой, завтра, послезавтра с другой стороны будет зуб тоже рвать. Так что вот так вот. Лечу зубы. Вы, ребят, конечно, не отписываемся, подписываемся, видео будут уже со вторника, будут как и шли, так и будут идти. А мы с вами погнали смотреть этот замечательный слив трека. Погнали. Загорелось солнце, нам ебало. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты снова. Нормально. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Летом забирай пакеты снова. Загорелось солнце, нам ебало. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Летом забирай пакеты снова. Ребят, хотел спросить вас, вообще, кто из вас вообще слушает какие-то другие песни Моргенштерна? Любые другие только. Если ты хочешь, чтобы я заснял реакцию на какую-то другую его песню, я говорю, обязательно напиши внизу в комментариях, сними реакцию на такую-то песню Моргенштерна. И я засниму, конечно, ребят, и пишите комментарий, ребят, мне нравится ваш комментарий. Читайте, ребят, ни одного комментария не пропускаю, всегда лайкаю все комментарии, так что пишите прямо сейчас, ребят, и пишите, я лайкну все и прочитаю все, так что мне будет очень приятно, если ты напишешь свой самый отличный комментарий, мне не важно какой, но ты напишешь, я буду очень рад, так что погнали мы дальше смотреть этот слив. Конец этого замечательного слива трека, ребят. Ну, песня Пабло нормальная. Мне, конечно, понравилась эта песня, но когда же она выйдет, вот вопрос, а выйдет, мы не знаем куда. И обязательно, ребят, если вы хотите, напишите, заснять мне полную реакцию на именно уже когда выйдет песня, заснять мне реакцию вообще на это, еще раз на эту песню, только уже с клипом. Если ты хочешь это, ну, чтобы я заснял, снизу комментарий, и ты напишешь. Я засниму. А с вами был я, Дареса, и на этом у меня все. Ребят, кому понравилось это видео, не забудь подписаться снизу на канал, поставить лайк. Ребят, не забываем, наша цель до Нового года — добить 300 подписчиков. Я буду очень рад, если ты поможешь мне добить эту цель. А пока, всем пока-пока. Да, пока. Летом забирай пакеты снова.